Ну и накануне наркополицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков. Распространяли запрещенные вещества четверо мечей. Все ранее несудимые молодые люди. Среди них и девушка. Далее подробности. Сразу за дверью домофона, слева дверь, вверху, в середине железной дыры, дырочка. В ней находится упакованный в черную изоленту став лучшего качества в городе. Смотрите фото. И вот стрелочкой. Четкие инструкции, где брать закладку. По данным УФСКН, эта девушка – член организованной преступной группы по продаже соли и спайса. Подозреваемая утверждает, что наркотиков у нее нет. Личный досмотр покажет обратное. А это что у вас? Это не мое. Это не мое, мне подкинули. Моих отпечатков пальцев нет. Все это девушке и трем ее подельникам еще предстоит доказать в суде. Материалы уголовного дела гласят, молодые люди, их возраст от 20 до 25 лет, реализовывали запрещенные вещества бесконтактным способом. Связь друг с другом держали через глобальную сеть. Оплату от покупателей получали через электронные платежные системы. Наркотики для чего вам? Закладки. Где должны были сделать закладки? По 500 в Омске, остальное в Барнауле. Остальное в Барнауле. А это оптовый курьер ОПГ. При задержании он расскажет, что 5 килограммов психоактивных веществ он привез из Московской области. Крупную партию он вез автостопом. Несмотря на предпринятые злоумышленниками меры конспирации, омские наркополицейские вышли на след всех членов наркобригады. Позже задержат еще двух молодых людей. Кто был задержан сотрудниками полиции? За то, что я... За то, что я делал клады, фасовал. Клады с чем? Фотики. Клады с чем? С наркотиками. Клады с наркотиками. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия. Необходимо отметить, что в результате изъятых наркотиков мы освободили потребителей от практически от 600 тысяч разовых доз данного вида наркотика. Только за одну операцию омские наркополицейские из незаконного оборота изъяли более 9,5 килограммов синтетики. Все четверо обвиняемых арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.